Итак, вторая экстремальная часть эксперимента. Я налил новую порцию бахлорита натрия и практически закипятил раствор. Попробую осторожно поместить туда трубочку с мясом. Видим, конечно же, что реакция происходит куда более бурно, нежели она происходила сначала. Все-таки раствор очень горячий, и он попадает вовнутрь. Реакция происходит, но если приходилось видеть прошлый опыт, когда я кидал большое количество мяса в кипящий раствор гипохлорита натрия, получалось то, что он растворялся буквально за считанные секунды. А у нас произошла непредвиденный случай. У нас произошел, просто расплавился воск, и сейчас трубка открыта с обоих сторон. Ну ладно, пускай она будет открыта с обоих сторон. Раз уж так случилось, посмотрим и как же будет при таких условиях происходить. Тем не менее, даже в горячем, новом, свежем растворе гипохлорита натрия в трубочке мясо по-прежнему находится. И оно не особо хочет растворяться. Но попробую добавить ультразвуковую вибрацию к этому экстремальному раствору. Ну и посмотрим, в конце концов, что это даст. Даст ли что-то. Раствор на несколько секунд вспенился. Пенится дальше, пенится моментами. Сложно пока что понять, что творится в трубочке. Я просто подержу его так около полуминуты и потом попробую вынуть пинцетом мясо, трубочку с мясом, и мы посмотрим воочию, что там происходит, потому что сейчас увидеть просто не представляется возможным. Диаметр трубочки, кстати, точно не стоматологический, он практически половина сантиметра. Конечно же, не бывает таких широких каналов, особенно если говорить о латеральных каналах. Поэтому то, что происходит здесь, происходит намного более быстро, чем происходило бы в настоящих каналах. Вот сейчас я выну трубочку, мы посмотрим, подрастворилось ли мясо, или может оно растворилось. Так, можно сказать, мясо подрастворилось, но оно все-таки не растворилось. Попробую показать. Все-таки в трубочке частично еще остается мясо наполовину где-то. И это несмотря на то, что я воздействовал очень горячей хлоркой и ультразвуком. Давайте еще раз кинем. Хотя, конечно, сейчас трубочка открыта с обоих сторон, и все-таки гипохлориту натрия циркулировать легче. Поэтому наверняка растворение происходит более быстро.
горячем растворе такое ощущение, что ультразвук дает больше пользы, нежели он давал в холодном растворе. Может, это разница, потому что все-таки я взял новый маленький резервуар, и колебания распространяются по меньшему размеру сосуда. Трудно сказать. Ну, трубочка еще не пустая, все-таки немного мяса остается. Так что однозначно я выводов не могу сделать, могу только предположить, что все-таки ультразвук не дает так много, как от него ожидалось. И последний опыт, конечно же, был экстремальным, когда применялась практически кипящая хлорка с очень мощной активацией ультразвуком. И имейте в виду, еще раз я напоминаю, что диаметр трубочки равен примерно половине сантиметра.